В Мариэл в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национальной программы «Демография» продолжается внедрение системы долговременного ухода за жителями республики пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями. Напомню, наш регион стал одним из 34 субъектов страны, в котором приступили к реализации пилотного проекта. Благодаря этому в комплексный центр социального обслуживания населения Йошкар-Олы приобрели кресла-коляски, с помощью которых инвалиды смогут отдохнуть на городском пляже. Центральный пляж Йошкар-Олы стал доступен для людей с особенностями здоровья. Впервые в столице Мариэл появились два пляжных кресла, которые бесплатно предоставляются людям с ограниченными возможностями и проблемами опорно-двигательного аппарата. Что представляет из себя коляска? Она на самом деле в обслуживании очень легка, проста и доступна. Пассажиры мы усаживаем в положении сидя в данную коляску. Имеются крепежные ремни, которые регулируются по конституции, конфигурации тела. Ноги также крепятся у нас специальным крепежом. Положение сидя. Есть несколько положений у данной коляски. Положение сидя, полулежа и сидя под 90 градусов. Войдя в воду, данная коляска погружается вот примерно вот на таком расстоянии в воду. Человек помещается, и ему комфортно. Пляжная коляска оснащена пневматическими колесами, которые помогают проехать по песку и камням. Каркас сделан из алюминия, устойчивого к воздействию воды. Коляска легко собирается и разбирается для перевозки без применения дополнительных инструментов. Колеса и подлокотники-поплавки снимаются одним нажатием, а рама складывается без применения усилий, что позволяет без проблем поместить ее в транспортное средство. Пляжная коляска, которую вы сейчас видите, уже давно завоевала популярность на пляжах всего мира. Уникальная конструкция инвалидного кресла позволяет с легкостью перемещать пассажира по песку и без труда закатывать его в воду, где человек в компании своего сопровождающего всегда будет находиться на поверхности воды. Специальные поплавки выполняют функцию не только удержание, а также предотвращают переворачивание коляски в воде. Помимо подлокотников-поплавков, которые позволяют уверенно держаться на воде, коляска имеет регулируемую спинку, карманы для личных вещей и ремни безопасности. Грузоподъемность кресла составляет 130 килограммов. Для получения пляжной коляски необходимо написать заявление в комплексный центр социального обслуживания.